все молодые, красивые. Хорошие девчата наши, вот как девочки пишите. Не стоим, не спрячься. Если наши хороши. Ветер не берет, а канарей как не зовет. Ой, лёли, да канарей как не зовет. Так, а кто у вас проведет меня по всем этим? А вон там не будет уже. Ирина Ивановна там. Здравствуйте, молодые, красивые. О. Вот, пожалуйста. Чем вы богаты? Все это... А богатые? Вот тем, что мы, значит, наши венцы, молитвенники нас еще называют, или святоши, так как у нас Александро-Шевенский монастырь, Свято-Успенский Александро-Шевенский монастырь. Вот, это наша достопримечательность. Бывал. Вы бывали? Ну вот на память о нашем монастыре вы можете приобрести вот такую тарелочку памятную с изображением или монастыря, или храма нашего Богоявленского. Это, значит, иконочка нашего Александра Шевенского, преподобного чудотворца всея Руси. Вот. И Александр Шевенский основал нашу обитель, а уже из нашей обители разошлись по всей нашей северной округе другие монахи, которые основали обители и тоже стали святыми. Вот здесь вы можете посмотреть их иконы. Вот. Тоже приобрести. А также вы можете написать записочку о здравии или упокоении своих усопших родственников. И в монастыре мы помолимся во время службы литургии. А также вы можете пожертвовать денежку на возрождение нашего монастыря. И вот мы вам выдадим такое именное свидетельство на память. Нет. Ладно, съемки закончим, потом подойдем. Приходите, пожалуйста, заходите. По душе тоже надо думать, не только о хлебе насущном. Так, а дальше что у вас? Так, ну а дальше, значит, у нас как бы усадьба Ушакова, поэтому вот посмотрите, да, все, что в усадьбе находилось, нашего курса, это амбар со всеми необходимыми, значит, инструментами. Вот там банька, там мастерские ремесленные, отдельно женская, отдельно мужская, мужское ремесло, женское. Вот, пройдите, пожалуйста. Вот детишки могут с вами поиграть. Ну что, красавицы? Крутите. Ну, поиграть это кто-то камеру должен держать. Вот. Так. Что у вас интересного-то есть в вашей? Хочешь мельницу, попадаешь, получаешь сюрприз. Приз. Ну, с этим я знаком, в детстве даже пользовался. Засыпаешь зерно, вынимаешь муку. И все. Так, а дальше что у вас? О, умывальник. Ох, таким в детстве я тоже пользовался. Было. А сейчас это считает цветной металлолом. Да. По большому счету. Проходите дальше. Здравствуйте, молодые, красивые. Да, проходите, покупайте. Смотрите, у нас товар. Ну, смотрите, вот. И рыбаки, и ягодники, и ничего только нету. Жареная рыба, грибы сухие, сущие.
клюква мороженое, рыжики соленые, колган лекарственный, шишечки лекарственные, сироп с шишечек. Ну, это богатая шведская земля. Да. И калитки, и пироги, да, и блины. И уха, и окрошка, чай, вот. Квас, борщ, свиные. А в летнюю пору из тушика самое то уха. Ага. Сенокосная, да. Пища. Ухи хотите? А? Ухи хотите? Нет, сейчас пока некогда, потом подойду. Окрошечка. У меня, видите, дело какое пока. Пока поснимайте. Ой. Знаете, что не спели? Там это разговаривает, там скуди. Не мою ли мелку, все разговаривает. Пойдем Катрин спляшем. Пойдем Катрин спляшем. Пойдем Катрин спляшем. Катрин пойдем спляшем. А что здесь, в этом Шевенском краю, интересно у вас есть? Качество. Это плетение ремешков, да? Поясов. Поясков. Так, ну с этим немножко познакомились. Сейчас дальше это. Качество половиков. Да. Половики продают. Шевени идут. Раньше помню, в деревнях были огромные большие такие станки. Так у нас и теперь есть просто 200 значок. Да. Ну а этот функция это та же самая. Да, только здесь бёрдо вместо ничинок нет. Попроще. Вы искать не хотите ли? Это мастер-класс. О, такие красивые молодые. Так. В городе дешевле не найдете. Да, в городе у нас сами дешевле. Здравствуйте. Ох, ты кому не скажи такого-то, а то Семен, Семен, что видится. Замерзли, да? Ох, и праздник нам достался. Самую такую погоду, да? Thank you.